Фундация Слово и .ораз Наше Читание .представляют байки из разных стран света. Трое поросят читает Артем Щипец. Жили были на свете три поросенка, три брата. Все одинакового роста кругленькие, розовые, с одинаковыми и веселыми хвостиками. Даже имена у них были похожи. Звали поросят Ниф-Ниф, и Наф-Наф. Все лето поросята кувыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, не жились в лужах. Но вот наступила осень. — Пора нам думать о зиме, — сказал как-то наф, наф своим братьям, проснувшись рано утром. — Я весь дрожу от холода давайте построим дом и будем вместе зимовать под одной теплой крышей. Но его братья не хотели браться за работу. Успеется, до зимы еще далеко, мы еще погуляем, сказал Ниф-Ниф и перекувыркнулся через голову. «Когда нужно будет, я сам построю себе дом», — сказал Нуфнув и лег в лужу. «Я тоже», — добавил ниф -ниф. Ну, как хотите, тогда я буду один строить себе дом, сказал Нафнав. Нифнив и Нуфнув не торопились. Они только и делали, что играли в свои поросячьи игры, прыгали и кувыркались. Сегодня мы еще погуляем, говорили они. А завтра уж, с утра возьмемся за дело. Ну и на следующий день они говорили то же самое. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. И только тогда, когда большая лужа у дороги стала по утрам покрываться тоненькой корочкой льда, ленивые братья взялись наконец за работу. Ниф-Ниф решил, что проще и скорее всего смастерить дом из соломы. Ни с кем не посоветовавшись, он так и сделал. Уже к вечеру его хижина была готова. Нифнив положил на крышу последнюю соломинку и, очень довольный своим домиком, весело запил хоть пол света обойдешь, 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 лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Напевая эту песенку, он направился к Нуфнуфу. Нуфнуф -нуф невдалеке тоже строил себе домик. Он старался скорее покончить с этим скучным и неинтересным делом. Сначала, так же, как и брат, он хотел построить себе дом из соломы. Но потом решил, что в таком доме зимой будет очень уж холодно. Дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких прутьев. Так он и сделал. Он вбил в землю колья, переплел их прутьями, на крышу навалил сухих листьев, и к вечеру дом был готов. Нуфнув с гордостью обошел его несколько раз кругом и запел. «У меня хороший дом, новый дом, прочный дом. Мне не страшен дождь и гром, дождь и гром, дождь и гром». Не успел он закончить песенку, как из-за куста выбежал Ниф-Ниф. "Ну вот и твой дом готов", сказал Ниф-Ниф брату. "Я говорил, что мы быстро справимся с этим делом. Теперь мы свободны и можем делать все, что нам сдумается. Пойдем к нав нафу и посмотрим, какой он себе выстроил дом", сказал Нуфнув. "Что-то мы его давно не видели. Пойдем посмотрим", согласился Ниф-Ниф. Нафнаф -наф вот уже несколько дней был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил глины и теперь, не спеша, строил себе надежный, прочный дом, в котором можно было бы укрыться от ветра, дождя и мороза. Он сделал в доме тяжелую дубовую дверь с засовом, чтобы волк из соседнего леса не мог к нему забраться. Нифниф -ниф и Нуфнув застали брата за работой. Ну что ты строишь? В один голос закричали удивленные Нифниф -ниф и Нуфнуф. -нуф. Что это? Дом для поросенка или крепость? Дом поросенка должен быть крепостью, спокойно ответил им Нафнаф, -Наф, продолжая работать. Не собираешься ли ты с кем-нибудь воевать? Весело прохрюкал ниф -ниф и подмигнул Нуфнуфу. И оба брата так развеселились, что их виск и хрюканье разнеслись далеко по лужайке. А наф, наф как ни в чем не бывало, продолжал класть каменную стену своего дома, мурлыча себе под нос песенку. «Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь. Хитрый, страшный, страшный зверь не ворвется в эту дверь». Я, конечно, всех умней, всех умней, всех умней. Дом я строю из камней, из камней, из камней. Это он про какого зверя? Спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. Это ты про какого зверя? Спросил нуфнув у Нафнафа. Это я про волка, ответил Нафнаф -наф и уложил еще один камень. Посмотрите, как он боится волка! «Ну какие здесь могут быть волки?» — сказал Ниф-Ниф. «Никаких волков тут нет. Он просто трус!» — добавил Нуф-Нуф. И оба они начали приплясывать и петь. «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк! Где ты ходишь, глупый волк? Старый волк, страшный волк!» Они хотели подразнить наф но тот даже не обернулся. «Пойдем, Нуф-Нуф!» — сказал тогда Ниф-Ниф. «Нам тут нечего делать!» И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, а когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной. Что это еще за шум? Недовольно проворчал злой и голодный волк и поскакал к тому месту, откуда доносились визг и хрюканье двух маленьких глупых поросят. Ну, какие тут могут быть волки? — говорил в это время ниф, ниф который волков видел только на картинках. «Вот мы схватим его за нас, будет знать!» — добавил нуф, нуф который тоже никогда не видел живого волка. «Повалим, да еще свяжем, да еще ногой вот так его, вот так!» — расхвастался ниф, -Ниф. И вдруг они увидели настоящего живого волка. Он стоял за большим деревом, и у него был такой страшный вид, такие злые глаза и такая зубастая пасть, что у Нифнифа и Нуфнуфа по спинкам пробежал холодок, и тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Бедные поросята не могли даже пошевельнуться от страха. Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моргнул правым глазом. Но поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились на утек. Никогда еще не приходилось им так быстро бегать. Сверкая пятками и поднимая тучи пыли, они неслись каждый к своему дому. Ниф-Ниф первым добежал до своей соломенной хижины. Едва успел захлопнуть дверь перед самым носом волка. «Сейчас же отопри дверь!» прорычал волк. «А не то! Я ее выломаю!» «Нет!» прохрюкал Ниф-Ниф. «Я не топру!» За дверью было слышно дыхание страшного зверя. «Сейчас же при дверь!» прорычал опять волк. «А не то я так дуну, что весь твой дом разлетится!» Но Ниф-Ниф от страха ничего уже не смог ответить. Тогда волк начал дуть. С крыши дома слетали соломинки, стены дома тряслись. Волк еще раз глубоко вздохнул и дунул во второй раз. Когда волк дунул в третий раз, дом разлетелся во все стороны, как будто на него налетел ураган. Волк щелкнул зубами перед самым пяточком маленького поросенка. Но Ниф-Ниф ловко увернулся и бросился бежать. Через минуту он уже был у двери нуфнуфа. Едва успели братья запереться, как услышали голос волка. "Ну, теперь я съем вас обоих!" Ниф ниф и нухнув, испуганно поглядели друг на друга. Но волк очень устал и потому решил пойти на хитрость. "Хм, я передумал", сказал он так громко, чтобы его услышали в домике. Я не буду есть этих худосочных поросят. Пойду-ка я домой. Ты услышал? Спросил Ниф -ниф у нуф Нуфнуфа. Он сказал, что не будет нас есть. Мы худосочные. Это очень хорошо, сказал Нуфнуф -нуф и сразу перестал дрожать. Братьям стало так весело, что они запели, как ни в чем не бывало. «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк! Где ты ходишь, глупый волк?» Старый волк! Страшный волк!» А волк и не думал уходить. Он просто отошел в сторонку и притаился. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. «Ха-ха! Как ловко я обманул двух глупых маленьких поросят!» Когда поросята совсем успокоились, волк взял овечью шкуру и осторожно подкрался к дому. У дверей он накрылся шкурой Тихо постучал. Ниф, ниф нуф нуф очень испугались. Кто там? Спросили они, и у них снова затряслись хвостики. -э -э Это я, бедная маленькая овечка, тонким, чужим голосом пропищал волк. Пустите меня переночевать! Я отбилась от стада и очень, очень устала ве. Овечку нужно пустить. Согласился, нухнув, овечка же не волк. Но когда поросята приоткрыли дверь, они увидели не овечку, а все того же зубастого волка. Братья захлопнули дверь и изо всех сил налегли на нее, чтобы страшный зверь не смог к ним ворваться. Волк очень рассердился. Ему не удалось перехитрить поросят. Он сбросил с себя овечью шкуру и зарычал. Ну, погодите же, от этого дома сейчас ничего не останется. И он принялся дуть. Дом немного покосился, волк дунул второй, потом третий, потом четвертый раз. С крыши слетали листья, стены дрожали, но дом все еще стоял. И только когда волк дунул в пятый раз, дом зашатался и развалился. Одна только дверь некоторое время еще стояла посреди развалин. В ужасе бросились поросята бежать. От страха у них отнимались ноги. Каждая щетинка дрожала, носы пересохли. Братья мчались к дому Нафнафа. Волк нагонял их огромными скачками. Один раз он чуть не схватил Нифнифа за заднюю ножку, но тот вовремя отдернул ее и прибавил ходу. Волк тоже поднажал. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегут. Но ему опять не повезло. Поросята быстро прончались мимо большой яблони, даже не задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило его между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. А ниф-ниф и нуф-нуф, ни живы, ни мертвы, подбежали в это время к дому на ФНАФа. Брат впустил их в дом и быстро закрыл дверь на засов. Бедные поросята были так напуганы, что ничего не смогли сказать. Они молча бросились под кровать и там притаились. Нафнаф -наф сразу догадался, что за ними гнался волк. Но ему нечего было бояться в своем каменном доме. Он быстро закрыл дверь на засов, сел на табуреточку и запел. Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь не откроет эту дверь, эту дверь, эту дверь. Но тут как раз постучали в дверь. Открывай без разговоров, раздался грубый голос волка. Как бы не так, и не подумаем, твердым голосом ответил Нафнав. Ах так, ну держитесь, теперь я съем вас троих. Попробуй только, ответила за двери на Нафнав, даже не привстав со своей табуреточки. Он знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул себя побольше воздуха и дунул, как только мог. Но сколько бы он ни дул, ни один, даже самый маленький камень не сдвинулся с места. Волк прямо посинел от натуги. Дом стоял, как крепость. Тогда волк стал трясти дверь. Но дверь тоже не поддавалась. Волк стал от злости царапать когтями стены дома и грызть камни, из которых они были сложены. Но он только обломал себе ногти и испортил зубы. Голодному и злому волку ничего не оставалось делать, как убираться во свояси. Но тут он поднял голову и вдруг заметил большую широкую трубу на крыше. «Ага, так вот через эту трубу я и проберусь в дом», — обрадовался волк. Он осторожно влез на крышу и прислушался. В доме было тихо. «Хм, я все-таки закушу сегодня свежей поросятинкой», — подумал волк и, облизнувшись, полез в трубу. Но как только он стал спускаться по трубе, поросята услышали шорох. А когда на крышу котла стала сыпаться сажа, умный Нафнав сразу догадался, в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором на огне кипела вода, и сорвал с него крышку. Хе, милости просим! сказал Нафнав и подмигнул своим братьям. Поросятам не пришлось долго ждать черный, как трубочист волк бултыхнулся прямо в котел. Глаза у него вылезли на лоб, вся шерсть поднялась дыбом. С диким ревом ошпаренный волк вылетел обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувыркнулся четыре раза через голову и бросился в лес. А три брата, три маленьких поросенка, глядели ему вслед и радовались, что они, так ловко проучили злого разбойника. Никакой на свете зверь не откроет эту дверь. Хитрый, страшный, страшный зверь не откроет эту дверь. Хоть полсвета обойдешь, 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 лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Волк из леса никогда, никогда, никогда не вернется к нам сюда. К нам сюда! К нам сюда!» С этих пор братья стали жить вместе под одной крышей. Запрашиваем до подписки каналу «Наше читание ПЛ». Подписывайтесь на наш канал «Наше читание ПЛ», чтобы не пропускать новых аудиосказок на русском и украинском.